Как говорят специалисты, во время смеха у человека двигаются все клетки, поэтому это даже полезнее, чем заниматься спортом. Поэтому старайтесь больше смеяться. Поэтому старайтесь больше смотреть фильмы с анекдотами. Петруха, встречай! Лечу к тебе на крыльях любви. Метлу кому отдала? Звонок, ясно видишь чему. Алло, можно к вам послезавтра? Ясновидящий отвечает. Нет, вы завтра упадете и ногу сломаете. В ресторане. Официант, я хотел бы расплатиться. Ну, попробуйте, посмотрим, как у вас это получится. Если вас раздражают надоедливые фильмы и передачи между рекламами, за небольшую месячную оплату мы их отключим вам навсегда. Да ты успокойся, я тебе говорю. Объявление со сайтов знакомств. Для серьезных отношений ищу девушку по имени Матрёна, чтобы не сводить татуировку. Че ты очкуешь, Слава? Мать спрашивает у Вовочки. Сынок, ты уже почистил зубки? Вовочка говорит. Мама, мне уже 35 лет. Мать спрашивает. И что, теперь не надо чистить зубки? С меня за вставленный зуб потребовали 20 тысяч рублей. А с меня за зуб потребовали 1 000 000 рублей. И что ты сделал с зубом? Ставил? Выбил. А кто это сделал? Форд создал новую систему для открывания багажника ногой. Они еще не знают, что это давно изобрели в России не только для багажника, но и для капота и кабины. И не только для машины. У тёщи была привычка хранить свои ценности в стеклянной банке с железной крышкой, с резьбою. Она эти ценности открывала, доставала, обратно клала. А открывала она его с большим трудом, из последних сил. Как это увидел зять, он всё смазал. И крышку, и банку снаружи. Вчера весь вечер звонил тебе. Почему трубку не берешь? Так у меня же определитель номера. Самая большая мужская ошибка – думать, что в отношениях с женщиной существует состояние «все устаканилось». Блинка. Брат спрашивает, не в состоянии жить без наркотиков? Примите вот эти таблетки. Через месяц пришел, врач спрашивает, ну как? А тот говорит, доктор, я все еще не могу заработать на жизнь, не продавая наркотики. Подписываемся, кликаем на колокольчик. Если видео понравилось, высылаем друзьям ссылку, добавляем во вкладки сообщества, оставляем комментарии.